Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел очередное заседание комиссии по противодействию коррупции. С этого года уволенных в связи с утратой доверия будут носить специальный список и размещать в интернете. Авиакомпания «Ямал» совершила первый рейс по маршруту Москва-Энфида-Москва. В аэропорту тунисского города для прибывшего самолета организовали специальный салют из воды. Так зарубежные партнеры чествовали первый рейс ямальской авиакомпании в их страну. На Ямале стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». В этом году Новый Уренгой представляет Владимир Будко. Свою службу старший лейтенант полиции в органах внутренних дел начал в 2009 году. В 2014 он был назначен на должность участкового уполномоченного.